Всем привет, вот наша мордочка. Хорошая, правда, да? Ну, правда, кусучая. Кусается. Мы уже гуляем на улицу, третий месяц. Привет всем. Конечно, потом скажу. Да. Мы сегодня будем танки выгуливать. Что, линии фронта больше нет? Как это пережить? А мы пока посмотрим маленькое, но орудие. Нет, БП. Он то пробивает, он пробивает. Вы видите, как работает ББшки наш, БП. Повышенный скорость полета на наш туран пробить брони. Если броня под углом, может отрикошетить, теряет бронепробиваемость расстоянием. Видишь? На под углом, может отрикошетить. Фугасиг. 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 Наносит самый большой урон. Капитан имеет самую низкую бронепробиваемость. Если пробивает броню, взрывается внутри машины. Он врезается на первый, впадает в машину, бьш. Второй препятствие. Третий бубух на броне. Четвертое на броне. Ничего, ну на качем мы поедем. Редким. Я все качаю Хестера. У него 99. Ускорить. Давайте ускорим. Бумаем. Изучить новое умение. Теперь можно новое умение прикачать. Стоп. А если его новый? Тут будет тоже 90. А тут 0 будет. Что-то оно так долго как-то развивается. Была лампочка. Долго развивалась. А это быстро. У нас музончик есть в плюсик. Вот заявка моего издательства. В чем здесь такое? Лак, он что-то у двери спишь там. Мы на дачу с ним поедем. Там копать, наверное, все будет. Мы в первый раз подойдем на дачу. Чего? Ну, мы тут пятый раз, наверное. Ну, пятый раз мы его. Пять раз выгуливали за всю жизнь. Наш Лачик-мячик, ему 3 месяца 5-го исполнилось, июня. Значит, родился он 5-го, это все знают, наверное. Марта. Он же и Овен вам говорит, но я не знаю, зачем. Ну что? Ну, Овен. Ну я что? Кто я что? Я же Скорпион-то. Скорпион удачный. Ставьте лайк те, кто Скорпионы. И те, кто не Скорпион, тоже ставьте лайк. Все поставьте лайк, короче говоря. Короче говоря, мы воюем на танках. Уж порекомендовать один канал чуть-чуть популярнее, Тим-Тим. Чуть-чуть ниже, One-Two. Недавно 1 000 000 подписчиков было. Ну, всякие там идеи прикольные. Например, короче говоря, жара, про жару там сам поймете, когда увидите. Тум-т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 ум. Я же не знаю, как на канал делать ссылки, но я вам словам ссылку даю. Ссылка в моем рте. Сейчас сказала. Ссылку я вам сказала. В компьютере ее не будет под видео в ссылках описании. Не будет такого. У меня она во рту. Ну как сделать ссылку на это? Ну, в описании. Ссылка в описании. Это надо скопировать. Что-то там, наверное, на канале и вставить ее. Кто знает. Все-таки, может, и будет ссылка, но это шанс 50%, что она будет. Ссылку может только на One-Two. Если не я разберусь, а мы разберемся с одним советчиком. Очень крутым. Ну тогда, может, и ссылка будет. Но на всякий случай, проверьте прямо сейчас вот в описании. Нету никакой там ссылочки. То ладно. Есть ссылочка, значит, ну, она вряд ли будет. Ссылка будет, если я успею это видео до 7 сделать.
покодировать. И причем, если мы разберемся с советчиком. Так, здорово, М5. Что-то ты мне как-то поднадоел. На всякий случай я хотел уже вынести тебя. Ненавижу эту игру. Не эту игру, но этот бой в этой игре. Так. Что нам надо сделать? Нам надо создать ядерную бомбу и уничтожить всех. Добавлю 4-й тип снарядов. Ядерная бомба. Включаешь ад. Ты ее запускаешь на 4, ты ее запускаешь как артат, неважно, артат или нет. Да, она уничтожает тебе 15 танков, кроме твоих. Она все уничтожает, кроме тебя. Получается, уничтожу одного. Ну, может, ты нет. Как у нас? Ама ЭКС-40К. Ама ЭКС-50ТВ. 50ТВ. РТТА. Непонятно, как ты взял завод. Это бой. Линии фронта нет. А захожу я в интернет. А линии фронта нет. Ну или захожу я в World of Tanks. А кое-чего-то нет, замечаю я. И вижу линии фронта нет. Так, а захожу я в интернет. А интернета просто нет. На самом деле поется, я захожу в интернет и чего-то только нет, но я захожу в интернет, а интернета только нет. Все есть, но кроме интернета. Блин, что-то заболтать как-то. Погоним на А20. А20, ты готов к бою? Бери тараном и всех разноси. Сделал тебе броню покрепче, ты на таране одну хп получал, тебе 1000 получали бы. Или 100. Лучше 1000. А может 3001. 3001. Опять на 4. Ну я не люблю рай, когда я еду на А20. Мне для хэстера рай нужен. Ну пусть будет. У меня рай... Кстати, послушайте, не на съемке. Я... Знаете, что у меня получилось? Я убил 6 танков и получил медаль воина. В первый раз на хэстере. Там 4 попались. Фугасом АМХ, одного голбой. Ну лаки. Подписчики. Вот бы, друзья мои, видели вы камеру, что он там делает? Он просто ползет. Ну ладно, покажись, подписчик. Покажи свою мордочку. Покажешь? Ну как эту мордочку не покажется? У нас мордочка любит вас. Мордочка. Мордочка. Бурчалочка, можно по-другому сказать. Знаешь, на каждую нашел, что по-другому. Короче говоря, бурчалка. Я скоро сам буду снимать ту рубрику One Two и Team Team. Эрейны, воп, эрейны, во, эрейны, мэ. О, эрейны, воп, эрейны, во, эрейны, мэ. Мама, цитка, ворвана, эскенат, удары. И откуда тут ты? Я здесь за камели макату покине. Это бардах дебела и снапком, правком и парус. Бай. Если бы это был хэцер, его почти расфигашило. Да их это пульки там. Вот бы я хочу линию фронта. Ну вот бы она была. Я бы на точку снабжения заехал бы. А здесь нельзя так сделать. Ну вот бы, вот бы, вот бы! А для хэтсера мало кто будет на точку заезжать. Ну он же будет всех расфигачивать с одного. Ну в легкий танк артан уж очень редко, но он гонит. В обычный тяжелый ты хоть попади, пока он там погонит. Ну в легкий, ну вообще. Нет, зер, не зер. Валентайн, можно, пожалуйста, не стреляться? У меня стресс из-за тебя еще это скоро. Ну, у меня стресса еще не было, но за Валентайн. Стресс у собаки наш, которая лезет меня под ноги. Ну ладно, можешь подождать. Хозяин сейчас тебя погладит. Когда, ну не сейчас, через полчаса, когда видео закончится. Ой.
Я самый удачный человек в мире. Я люблю свою жизнь. Я же выжил. Но он, наверное, любит еще больше свою жизнь. То, что один вместо него 42, другой 47, другой будет 55. Другой... Итак, если он 1000 выстрелов нанесет, там 1000 будет сносить урон. Ну, бульдочек. Ну, ляк. Ну, лаки. Ну, бигль ты, порода, бигль-то. Ну, что? У меня вот так укусил сегодня. Не знаю, видите вы или нет. В камере вижу, что нет. Может, свет включить? Может, не надо, ведь вам он не нужен. Вам же игру главное видеть, которая вся светлая. Что ты делаешь, Лаки? Ну, что ты стол облизываешь-то? Лаки совсем. Если впустить его в компьютерную игру, он танки облизывать будет 100%. Вас будет облизывать, если к нам дом пустите. Всех облизывать. Хорошо, а ты всякие профессионалы. Такой Арто, Лакодрон, привет. Давай сюда. Сюда. Пусть там будет. Обрати внимание. Если по истечении времени боя Жермана и сторонний получает преимущество, победа доверется обороняющей стороне. Ни одна не получит. Прикольно, броня. Ничего не дашь никому преимущество, и все, и ты победил. Сваливайте, атакующие. Да, мне мог оттуда заехать бабанчик. Барабанчик. Негер, негер. Его негер можно назвать. Он же хэдсер, но негер. Хэтч. Помню команду тэквондо. Хэтч. И вот тут написано на клавиатуре. Сверху хэ, внизу че. Хэтч. Это специально для этого, да? Что-то я вспоминается. Или мне снилось. Или я был на каком-то танке, который может переходить в осадный режим. Что-то снилось мне. Во сне. Про танки. Если бы я был легким танком, просто заехал туда и начал бы тебя светить с этой горы. Мне не... Я ж тебя вижу, Тэшка. 67-шка. Семечка. Навожусь. Ай, фиг с ним. Нафига он мне? Вот бы на арте можно на арте можно было бы автоприцел сделать. Я бы такой... Автоприцел бы сделал бы. А раньше такой функции не было, что скрывались союзники абы где. Атер. Тебери хими по луки ду. Ну да, с этому зончику рублей. Пишет Альвац. Я уже подумал, что это я. Альвац. КВГ-1. КВ-1. Ну можешь постоять часочек там. Чтоб я попал. Стоп. Как я могу не доставать? А где Надя? А ее в роддом увезли. Что? Хэтч, ну ты куда? Ну Хэтч. Щеночек мой Хэтч. Бэбах. Попыл. Ты попыл по нему? Или нет? Или вообще нет? Что ты там делаешь, Лаки? Что ты грызешь? А вот там-то хэтчи. Хэтчи там нападают. Хэтчи, воевать. На самом деле нет команд, но так вон такое есть. А я придумал, как назначить воевать. Если он расфигачит нашего хэтчера, то вообще нам пипец. И тогда придется мне его сражать с пути. Я хочу сражать. Сколько у Хэтча? 270. Ха-х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 а
Ну, Хэтч, конечно, побеждает. Хэтч вообще удачником. 4-4. Где все враги попрата листа? Я не знаю. Бабахнул, не бабахнул я его. Давай, бей. Хэтчер, ну что-то не попал-то. Хэтчер. Джетпу. Нифига-то ты его конопорал. Надеюсь, я буду биванчу. Куда ты в корабль? Ладно, 300. Что? Что тебе не понравилось? Опять изжога в животе, да? Видимо. Хэтчем. Его хэтчем. Тогда это хэтчи. Здесь буду хэтчи искать. Чё тебя мутить-мутить? Айлок ты мутить-мутить. Чё тебя мутить-мутить? Тебя мутить-мутить. Наблюдаете за ним. А то БРРБ. Ну, Бэйку легко взорвать. Может, открой чиняри. Другой. 57. Может, и арты нарвать. А я их бомбану. А я их просто бам-бам-бам-бам. Ну, ты, конечно, переле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Стой здесь, Хэтч, стой здесь. Ты же сэм, все-таки я. Чего такие? Мог бы бомбануть бы я его. Я вон. Ну не могу я бомбануть, я говорю. Ну может попады. Варпа, ты не попады я. Чего? Ладно, не будем это комментировать. Я это до моего уничтожения. Я такой вижу. Я такой, чего? Т-80 пробрал. Зайду такой. Одновременно, как я сказал, чего здравствуй. Это я не из-за буквы чего. Это из-за того, что он Т-80 меня бомбанул. Как же ненавижу, смотри. Ты посмотри в другой. Слепой вообще. Смотрит такой туда, а там с другой стороны. Спереди. Здорово. Какая же и хорошая моя собачка. Может еще 5-3 будет. Унитазок. Видосик? У меня уже видосик. Окай. Я скажу, у меня и так видос идет. Видосик пишет. У меня уже видосик идет. Можно даже не писать видосик. Ну что, привет. Я не помню, какой танковый футбол, но ты знаешь что. На самом-то деле у меня сейчас идет видосик. И, кстати, почему ты забыл написать под видео одно? Ну и под это напиши, в какую игру в следующий играть. Что значит тихо меня слышно? Меня хорошо слышно. Очень хорошо даже меня слышно. Собачка. Вы видите его чуть-чуть? Ну, он полезет на меня. Показывать уведомления. Звук. Вообще громкость. Бух. Может, хватит. Вообще нужно... Да, лайк, конечно, хороший очень. Хороший, ну, лайк, ну, отойди отсюда. Мне еще не нужно, ты мне громкости крови, все. Это звук, который... Да-да-да, тест, это мне не надо, ничего. Давай гонять, пошли в звук. Я скоро сцепься. Понятно. Пон. Чего?
нашего друга. 2000. Ага, 2000. Ну, понятно. А у меня тут 17 еще, потому что это чары. 5000 опыта. Меня так плохо слышно. Как такое может быть? Танк и футбол. Какой-то. Ну что, моя пищалочка? Гол! Хорошо, гол, конечно, гол. Я всегда гол, но ты же не сделаешь гол. Ты же не сделал гол так. Не посылал то гол. Ну что, я один могу в гол пойти. Щеночек, ты не хороший. А когда танковый футбол вернут? Ты не знаешь, когда его вернут? Ну, наверное, в этом году. Или в этом столетии. Вот, хотя бы в этом веку. Не забывай писать комментарии под мои видео, в какую мне игру в следующий раз играть. Это в танки. Ну, может, скучно. Понятно. А может завтра? Ну как бы всегда. Всегда тебе World of Tanks. Может не одну только игру снять. Кстати, у меня появилась пробная версия на Майнкрафт, только 90 минут. Майнкрафт. Ну и там только в выживалку можно зайти. Может и сниму же. Сейчас я отсюда буду бабахать. Сейчас ты увидишь мои выстрелы. 4. Опа, Ганнам стайл. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. У меня, кстати, сегодня прям лампочка на хедсере появилась. Сейчас она появилась. А у тебя на этом танке лампочка есть? У меня есть, поэтому я буду говорить, когда лампочка. Сейчас ее не было. Это нас просто пробно стреляют. Бабах. Я, кстати, в первый... О, лампочка. В первый раз я получил воина медаль от 6 убийств. На хедсере. Мой хедсер герой. 4 обычным патроном ББшками. 1 кумулятивным, 1 фугасом осколочным. Такое чувство, что здесь огонь, что-то там такое мерцает. Пока нету класса, значит есть. Давай уедем, может. У меня лампочка только на 2 танках есть. На АМХ-445 семерочка, ты же знаешь. Кого выкачал? Да за ускорение просто. Лампу? Ну это, видишь? А ты что, даже не знаешь, как это делать? Ты что, не знаешь? Как поставить на выкачку, да?
А что, зачем ты спрашиваешь, как? Ты же знаешь, как выкачивать. Ну да, экипажик 100 должен быть. Я тут на командира открыть личное дело, и вот. Лампу-то я легко поставил, просто ускорение. Открываю личное дело, ставлю лампу. Это ты по кому? Нашел кого-то? От кто это? А, я увидел. Сейчас с Валентайном разберемся. Трешечку вынес. Но я не видел, что ты там. Не видел. Но сейчас я отомщу. Тебя вот этот убил. Вот этот, который сейчас в меня, да? Он меня типа не убил. Он меня не пробил. Сейчас я отомщу. Месть. Ты же когда отомстил, теперь я отомщу. Еще надо тому сбоку сделать кровавую месть. Здорово. Я ему бейку взорвал. Стоп, у меня что, опять сейчас воин будет, если я доеду до базы? Ну, у меня 5. Ну, там уже ее не захват. Ну, вдруг он поехал в объезд, например, а я его встречу. Ну, или он на мост помчался. Ха. Это я 29-й или нет? То, что я из-за камеры не вижу. А, точно, да. А что, если я все-таки убью его, я воина получу? Я не вижу его, правда. Уже базу скорее захватит, чем война начнется. Ну, хотя... Буба! Шестерочка! Я опять шестерочку вынес. И чё так легко? Войнушка. Стой, калибр, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Первая стипендия. Стипендию мне дали первую. Вес. Мяу-мяу. По убийствам. По урону Макс. Поэтому Макс. Еще раз сделаю так. Хэтсер, ты герой! Йоу. Бери. Тогда. We am not west as... Не получил что-нибудь крабами? Опять! Крутая музыка. Не зря музыка вырублена. 3 больше. Марафон, ну что за марафон еще? Какой еще марафон? Так скажу. Вырубил. Какой-то марафон. Какой же музончик-то. Ну, я не самый крутой.
фонды. Вот фонды, это как-то вообще так. Грубость не лучший способ убедить союзника, в своей правоте, кроме того, она запрещена правилами игры. А кто это узнает? Ты что, никогда войны не получал? Что, ты знаешь, что у меня? Когда один раз война получил. Почему? Он же пробиваемый. Не пробиваемый. Первый бой, когда я на нем выехал, у меня там 2000 непробитого было. Ты бы знал, какой же сейчас музон у меня. Посмотрел бы ты на видео. Я не знаю, как, конечно, ссылочку делать на что, на какие-то каналы, но вдруг у меня все-таки получится это сделать. Если, конечно, оно успеет обработаться до 7, ну или до 8, как получится, когда советник придет. Он обычно с 8 сработает. А какой советник? Ой, кто? Видел меня на ютубе? Фьюри. У тебя что, канал есть? Ты когда его создал? Не знаешь. Ну, примерно. Я вот в январе этого года. Первое видео, где 20-25 января. 29-го. Не знаешь. Отличный ответ. Ну не будь партизаном, я просто не знаю. Ну, тебя партизан просто сказал, вообще молчи. Не хочу. Мне-то он может и по себе чуть-чуть, но не пробиваемый чуть-чуть. На Хэнсере я даже аккумулятивным его пробить не могу. Я даже не пробовал, но, наверное. Я вот на неделе Хэнсера пробил. Я Хэнсера и то перед не могу пробить. Но пишется, что у аккумулятива-то бронепробитие где-то может... Ну, 104 среднее, а там, где 60 броня, он что-то не пробивает. Не понимаю. Сейчас лампа загасится. Загорится. Так близко подъезжаю. Лампа, давай, лампа, я верю. У меня даже лампа не загорится. Давай, обнаружь меня. Меня что-то нарушило. Почему у меня лампа не загорается? Конечно, хотел бы. Это теперь буду называть не Хэссон, а Хэтче. Хэтче. Это так называют. Это так в тэквондо говорят. Я Хэтче буду говорить. Хэтче. 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 Цель захвачена. Не побил. Не попал. А моих 40 я его никогда в жизни не пробил. Ну его что, кумулятив тратить, и то вряд ли пробью еще кумулятив зря. АМХ. В меня су 100 попал. Он мне, конечно, урон не снес, но так бы 250-очку снес. И сейчас добил. Еще 2 боя и конец видео. Конечно. Мне же, конечно, конец нужен. А потом вы его увидите. Оно снято в 26 ноября. Шучу. Фюрер. Ой, помолчи, пожи. Угон опять. Ну что, еще 2 боя и что?
Начало уничтожения мира. Конечно же, конец видео. Как же с музыкой крутила. Вань, когда ты будешь смотреть это видео, я тебе покажу. Может, даже вы не слышите. Погляджу. Что? Танк не тот. Я уже догадываюсь, что танк не тот. И что, К7? Ладно. Вопрос остался без ответа. Ты бы знал, какой музон здесь. Когда посмотришь это видео, вдруг он не слышит. Угу. У меня, конечно, ты почти самый лучший друг в танке. Ты на втором месте, а кто же на первом? Я же тебе рассказывал уже. Ник Сино 81. Ничего тебе не напоминает? Посмотри на мой ник. Сино 81. У меня Сино 1981, а у того Сино 81. Ничего не напоминает? Я не Сено, а Сино. Это город такой. Сино 81 это мой папа, который играет уже очень давно в танки. Со своим папой играю. Это как раз и есть советник. До свидания. Если я вас обидела, извините, я не хотел, что я не обижаю. Что? Там люди. Люди Икс. Разворачивайся, там люди Икс. И кто-то прицелил. Все поехали в другую сторонку. Что так мне остается только валить. Мы не справимся с ним. Может, удираем отсюда? А ну не. Лол. Нет, 6. Что забыли? У меня 6. Нет. Я не вижу, где связано. Так, зырить. Вон на 5. У меня только Су-85, он в бою. Ну,
хочу уже был доступен. Ну, конечно, что значит я утка? Ну что, на четвертом уровне это очень бронированный танк. Это очень крепенький танк. Хорошо, прикрою. Видал? Какой непробиваемый. Может, все-таки это в тренировке надо делать? Вдруг по укладке попадешь, и я сдохну. И тебя забанят. Такой, кстати, 1 на 1 000 000, но все-таки вдруг будет. Ну, хотя у меня была укладка непробиваемая, но не важно. Ну, хотя я поеду в другую сторону чуть-чуть. Когда я играл за Хедстера, это кратчайший путь на вражескую базу. Я там, наверное, захватчик медаль получил по такому пути. Меня тут не пробьют, поэтому я медленный, если что. Это хоть и легкий танк, но на нем играют, как на тяжелых, говорят. Пробили все-таки. А меня золотыми пробили. Не попадаю. Он меня сейчас не пробил. Но уже без видео. Окей. Во, видал, как я его бомбанул? Может, все-таки не надо было выезжать? Поскольку я выстрелил в башню, возможно, я бы укладку повредил ему. Может, все-таки переезжать не надо было в другую квартиру. Я уже заметил, что у тебя фюрер называется. Сколько подписчиков? Бомбанул одного. Бэшку одинушку. Не смог помочь. Но я выключаю съемку. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, всем пока.